Амстердам. Иду на площадь красных фонарей. Вот никогда бы не подумала, что всех интересуют проститутки. И вот такой переход. И здесь прикольно. Дворик. Заходим. Уютный дворик. И с другой стороны такой же проход, дворик. Ты-дин! Так, вышли к какому-то каналу. Каждое здание краше другого. Но очень красиво. Можно стоять и каждое здание подолгу рассматривать. Направо пойдешь. Такой мостик. Он, наверное, подъемный. Цепи какие-то. Налево пойдешь. Тоже мостик. Смотрим Google карту, куда же идти.